В этой короткой программе вы встретитесь с лауреатом премии Ленинского комсомола популярным вокально-инструментальным ансамблем «Песняры». В 1980 году «Песняры» отметили свое десятилетие. Творчество этого самобытного ансамбля постоянно обращено к белорусской народной музыке и поэзии, на основе которых музыканты создают множество оригинальных произведений. В их числе и праздничные обрядовые песни, которые сейчас исполнят Владислав Мисевич, Игорь Полевода. Александр Демешко, Леонид Тышко, Анатолий Кашипаров, Леонид Борткевич, Владимир Ткаченко, Валерий Дайнеко, Владимир Николаев и художественный руководитель ансамбля, народный артист Белорусской ССР Владимир Мулявин. Thank you.